Нет, мне не показалось. Столб реально исчез. Все распаниковались. Но мы не успели среагировать никак. Потому что как только мы развернулись, появился он. Да, мы все знаем, кто это был. В тот момент, когда появился Сиреноголовый, он сразу же стал убивать нас всех один за другим. Выжил только я убежал чудом. До сих пор удивляюсь, как выжил. Это было просто не передать словами. Он погнался за мной, убив последнего человека, который был со мной в компании. Ну, у нас же их пять было. Я побежал. Добежал до города и вернулся. Его сзади не было. Я до сих пор понятия не имею, что это было. И не приснилось ли мне это. Но нет, не приснилось, потому что четверых человек, которые были со мной, реально уже нет в живых. В общем, я не знаю, что делать. Сирена все еще у меня в ушах, и я никак не могу избавиться от этого звука. Он как будто преследует меня. Я многое чего узнал о Сиреноголовых за последнее время. И это просто меня поразило. Он далеко не один существует. Вот так.